18 августа 2014 Бори на хост дар Джумури Тоджикистан Чемпионати Джахон оид ба Taekwondo ITF Байни Наврасон бо иштироки 600 намоянда зиёда аз 50 кишвар пешбинӣ шудааст Ҳама рӯза аз соати 9 то соати 18 Нишони Маҷмаи Варзиши Кумитаи Андос Биёву Тоҷикистони худро дастгир бош Со 2 по 11 августа 2014 года впервые в истории Республики Таджикистан проводится чемпионат мира по Taekwondo ITF среди юниоров. За звания лучших будут соревноваться 600 спортсменов из 50 стран. Каждый день с 9 до 6 вечера. Адрес спортивный комплекс налогового комитета. Болей за наших!